твою мать! У тебя кровь из носа? Ебать, чувак. Бля, чувак, у меня свет погас, слышишь? Блядь, чё за хуйня это сейчас было? Стой, замри! Ай, блядь! Блядь! Тима! Тим! Тим! Друзья, перед началом этого видео я рекомендую вам подписаться на крутой канал Судари. И вокруг ни души, как мы видим. То есть поля и лесочки. И тишина. И тишина. Это так вообще непривычно. Но все, как мы любим. Доброе утро, последний герой. Специально возле леска лагерь разбиваем. Заходим в лес, и выясняется, что этот лес, ну, я так понимаю, древнее какое-то кладбище. Это какое-то место силы. Здесь случались несчастья, пожары, люди не приживались. Смотри, вон там подвал. Ого, кольцо золотое. Я так спать хочу, мне. Мы ночуем возле кладбища, и мы ждали мертвецов с той стороны. Они живых уродов стоят. Обязательно подпишитесь на канал Судари, ссылочка будет в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Пробираемся сейчас в заброшку, ладно? Не знаю, есть ли здесь охрана. Надеюсь, что нет. В любом случае, мы будем очень осторожно сюда проходить. Чтобы нас, не дай бог, не поймали. Вот здесь река, что ли, какая-то? О, да! Сквозь чащу, все как я люблю. Друзья, идем сквозь какую-то чащу, там лес очень такой страшный. Вот. Тимофей сзади пристроился. Короче, залезем походу в Ачелло. Ну как в Ачелло, там говорят, сохран хороший. Смотрели, слышали об этом. То есть как будто бы вообще не тронутое все. Пока такие места есть, их нужно посещать. Вот оно здание, друзья, очень большое. Тимофей его сейчас заснимет. Пойдем внутрь. Пойдем. Куаче, куалькуно. Дарка и маска. Какие картины тут. Тихо. Ты слышишь? Блядь. Гул какой-то внутри здания. Что это такое? Погоди, не шум, выключу. Слушай, без аншот мы поснимаем, смотри, как выглядит. Угу.
О боги, смотри, стой, подожди, да я совсем сделаю. Сейчас я сделаю вот так. Сними коридор. Охренеть. Какой же он стрёмный. Здесь кто-нибудь есть? Иди сюда. А что здесь? Ты знаешь, что здесь было, нет? Друзья, по легенде, в этом месте были проявления полтергейста. Очень сильный полтергейст был зафиксирован в номере 2109. Мы сегодня попробуем с Тимофеем пробраться именно в этот номер и проверить правдивость этой легенды. Действительно ли там был полтергейст? И я не знаю, с чем связано то, что это место забросили. Связано ли это с полтергейстом, либо еще с чем-то. В общем, мы сегодня проверим полностью это место на паранормальную активность. Это одно из лучших заброшенных мест, в которых вообще удалось побывать. Здесь кто-нибудь есть? Ощущение, что вот сзади кто-то ходит, сзади меня прям. Денис. Пожалуйста. Скажи, что это Денис. Вот одно из правил коллабов. Нахуя разделяться на забро... Кто здесь? Блядь, Денис! Чего? Ну какого члена? Я же тебя звал, блядь, я... Да ничего, там ощущение шагов сзади меня было, блядь, я слышал шаги. Как будто бы. Шаги слышал? Да, в закрытой комнате 4 на 4. Тебя зову, блядь, говорю, первое правило коллабов, типа, на заброшке, не надо разделяться. Чувак. Я буквально отошел, вроде бы, на минутку. Слушай, давай держаться вместе пытаться тоже. Давай. Здесь есть кто-нибудь? Опа, чувак, иди сюда, чувак, ты это не видел. Иди сюда, я актовый зал нашел. Кинотеатр, чувак. Это кинотеатр, чел. Чувак. Охуеть. Смотри, там рояль, что ли, стоит, или что это? Не знаю.
Что такое? Стул и стол, да? Друзья, сегодня мы здесь будем смотреть кино. Кино. Слушай, а почему мимо? Мы мимо проходили постоянно, да? Да. В этом здании даже есть кинотеатр. Кто бы мог подумать? Ты представляешь масштаб, да? А почему же ты все забросил? Тебе не встает вопрос? Ну, не знаю. Не вот приставал? Просто прям. Пойдем. Вот он. Все. Где номер? Стоп, какой номер? Вот, смотри, 2109, который тебе говорил. Вот. От которого этот легендарный это? Да, с которого все началось, вот с этого номера. Ага. Вот регист появился именно там сначала. А дальше пошла цепная реакция. Цепная реакция. Не, ну чувак, ну пока я, знаешь, пока я не вижу здесь никаких проявлений, мы уже спросили несколько раз. Вот. Слышишь шаги такие? Ну если. Пока что можно и посмеяться, то есть. Че, в подвал спуск? Бля, я походу в подвал спуск нашел. Только бы это был подвал. Это походу реальный подвал. Твою мать! Друзья, включил электромагнитник. Нужно будет померить значение во всем этом месте. Потому что если здесь действительно сильная сущность, то сразу будет видно на значениях. Вот, посмотрите на это. Все картины изрезаны когтями. Тимофей, ты где? Или подвал. Бля, тут прям подземелье какое-то. Так, нужно навострить ушки. Я пока не встану. Здесь кто-нибудь есть? Это, черт возьми, это что такое? Сейчас было я здесь вот. Здесь кто-нибудь есть? Чё за дела?
Что-то какое-то подземелье прям. Звуки вот отсюда были. Тимофей. Чувак, ты где? Тим! Тим, ты где? Тим, это ты? Мышь. Да ладно. Где она? А, блядь. Блядь, такие грибовые идут стены. Я не могу. Тимофей. Блядь.
Что за гул? Какая лютая жесть! Ребята, тут помещение, в которое я не могу пролезть. Так, ребята, я сейчас нашел помещение какое-то и попробую все-таки в него пролезть. Понимаю. Бля, мы с Денисом разделились, это не здорово. Это вообще не круто. Фим! Блять, может, не то, что случилось, уже я хожу его ищу. Кто здесь? Блять, что это? Что это за херня? Кто ты? Ощущение, что там кто-то стоит сейчас в конце коридора. Знаете, я сейчас на секунду подумал. Я же через такую жопу сейчас пробрался. И Денис сейчас, наверное, просто в шоке от того, что он не может меня найти. Блять, некуда идти вообще. Надо возвращаться к нему. Это он меня потерял вообще конкретно, я думаю. Денис! Ну, конечно. Классика жанра на заброшках. Если... Если заброшка слишком большая, как эта, очень легко потерять друг друга. Здесь кто-нибудь есть? Так, пойду искать его. Тим! Чувак! Здесь кто-нибудь есть? Чё, наконец-то? Наконец-то, блядь! А теперь представь эту секунду, что я услышал звук. И прихожу, а там никого нет, а там нет Дениса. Подвале. Охренеть, блядь. Весь перепугался нахуй. Я тебя искал. Ну, как искал? Не искал. Спасибо, чувак. Ну, потом искал, когда я вышел. Я ходил-то, волновался, думал, мало ли, чтобы что случилось. Я туда пошел. Вот. И там в коридоре, ну, после того, как я прошел это место, это столовое, что-то такое, банкетный зал, да? Вот туда я прошел. Полное ощущение, что там что-то стояло в коридоре, чувак. Там вот? Да, и там какой-то звук был.
Короче, я убежал оттуда. Чувак, здесь что-то реально есть. Тихо. Сейчас ты слышишь? Нет, не слышу. Что, часть есть? Говорит, с какой-то бомбой. Пойдем туда. Бля, смотри. Блядь! Откуда он прилетел? Куда прилетел? Он... Я чуть не обделался, чем. А он не стоял здесь на столе, не? Смотри, кадр какой. Ну, убери свет, убери свет. Просто это... Сейчас, я сейчас вот так вот возьму. Ужин с дьяволом, да? Да. Чаепитие. Там в одном месте еще есть, не знаю, видео, нет, там картина. Она разотрана прям как когтями. Так. Блядь, ну вот это что за говно? Слушай, может здесь есть кто-нибудь помимо нас? Не знаю. Ты имеешь в виду сталкер какие-нибудь? Да, кто-нибудь может разыгрывать нас. Кто здесь? Это не смешно. Пойдем дальше, чувак. Чувак. Чем? У тебя кровь из носа? Ебать. Ебать, чувак. Погоди. Че с тобой, чувак? Я не знаю. Погоди. Блядь, в жопе, да? У тебя кровь идет. Ты ее понял, да. Блядь. Охереть, да? Да, вообще херачит, смотри. Черт, блядь, а. Что за херня? Что там, сильно? Ну, есть он. Чуть-чутка, да? Да. Ладно, пойдем дальше. Давай найдем этот номер 2109, да, с которого все началось. Что здесь? Вот в этом коридоре. Вот дальше. Тут? Да. Сначала странный звук, он очень громкий, я повернулся. Я туда прошел. И потом сзади меня этот звук, я обернулся. Ну вот там вот в подвале то же самое, что похожее было, знаешь. Подергали все из компов, видишь. Это библиотека. Че? Это библиотека, походу. Да, ну, походу, библиотека. Шикарная библиотека. Шкафа?
тоже слышал, да? Да. Что-то вообще херовенько себя чувствовать начинаю. Что такое? Давай номер искать. Номер, да. Я думаю, что это мой корпус соседний. Куда надо идти? В соседний корпус. Находится в таком же здании. Но... Чувак. Чё-чё-чё. Дверь закрылась. Вот прям только что вот. Дверь закрылась? Ну ты проходил, ты помнишь? Да. Я проходил, она открыта была. Получается, сущность, она прям за нами ходит? Или это... Ну, здесь ветра нет. Ветра нет, абсолютно. Здесь все закрыто. Какой ветер, посмотри. Откуда? Кто здесь? Здесь кто-нибудь есть? Давай искать этот номер. Вот эти двери разве были открыты так? По-моему, закрыто же было все. Ёпта, это что за хуйня? Ты это снимаешь? Снимаю. Поскрипывает так жестко, да? Да. А чувак, нужно быстрее идти. Пошли искать. Пошли речь тогда, да? Ощущение, что есть или сущность стоит за сущность, если не знаю, она начинает усиливаться. Заметно? Да, да, да. Это я. Это не было у меня. Бедняжка, все нормально. Двадцать два ноль четыре. Нам, а да, да, ниже должно быть. Чувак, у меня вообще очень херово сейчас. Ну не знаю, у меня башка вообще прям, я не могу. Я как будто в каком-то трансе, блядь, нахожусь. Я давай это не буду особо разговаривать, потому что мне, ну, и сказать-то по сути нечего. Мне прям вообще прям. Хорошо, чувак, ты гнал. Очень, жизнь, очень башка болит. Ты жизнь рядом, если что? Уже не давай найдем от номера. Очень опасно. 32. Давай. Блядь, сейчас и ёбнулось что-то там вот вдалеке. Слышу. Тихо. Здесь кто-нибудь есть? Блять.
сука, это что, блядь? Чувак, пошли быстрее. Давай. Быстрее. Ну мы по сути в самую жопу сейчас полезем, если мы идем именно в этот номер. Если даже здесь такая активность, что может быть там? Не знаю. Чего там, стекло? Смотри, я вот тебе про эту картину говорю. Ебать, она не была наклонена вот так. Она была четко вот так ровно стояла. Видишь, она изрезана прямо. Серьезно? Да. Это я здесь как раз снимал, можно по тем кадрам сравнить. Да. Потом посмотрим. Так вот. 22.01. Отлично, мы уже рядом, да? Вот это. 22.02. Это... Сейчас ты сделал? Нет. Ты ее не трогал? Нет. Стой. Здесь просто 38, давай дальше. Двадцать два, 0.3. 0.4. А где 0.6? А, вот она. 0.9, 21.09. А, 0.9? Да, 21.09. Я думал, 0.6. 21.09. 22.09, ну это не так. Он закрыт. Смотрим, закрыт. Не, пошли дальше. А нам какой нужен? 21.09. А он здесь есть? Нет, я не могу найти никак. Вообще есть, должен быть. С этого же началось. Все, мы нашли 21.02. Уже в этом. Как раз таки уже. Бля, чувак, у меня свет погас, слышь? Блядь! Вот. Блядь, что за хуйня это сейчас было? Свет появился. Ебать. Ёбаный в рот. Твою мать, чувак. Он как будто, видишь, не хочет. Блядь, у меня как назло не ночной режим был включен. Блядь. Он как будто, видишь, не хочет, чтобы мы прошли туда. Мешает. А что с фонарем? Погоди, почему у меня свет выключил? Ебать. Какая-то херня происходит со светом, чувак. Смотри, включился. Одно деление. Только что стригло, блядь. Кто здесь? Ебать, все кресла перевернули. Вот он, этот номер, получается. Смотри, прямо напротив этого номера. Охренеть, чувак. Это он, да? А, это 0.6. 0.6? 0.8. 0.5? 0.7? Где-то рядом. 0. А, почти, вот он. Смотри. Твою мать, чувак. Он закрыт. Закрыт? Закрыт. Да ладно, серьезно? Да. Че за херня? Как он попал спать? Ну, похоже, что никак, дружочек. Блять. Стой, замри. Ебать. Блять. Тихо, стой. Чувак, это что за нахуй? Ебать, чувак. Ну такого и не может быть в теории вообще. Что тебе нужно? Ну и что? Что будем делать дальше? Блядь, чувак, я не знаю, что делать. Что это за сущность вообще может быть? Я не знаю, что. Да как нам в этот номер не попадем? Это хреново. Так, у меня есть одна идея. Какая? Я, наверное, знаешь... Че? Хочу сходить еще раз в библиотеку. Один. Да че? Ну, давай разделимся разочек еще, я думаю. У меня уже все, у меня нет сил. Реально, ухо у меня уже прям болит, я не могу. И, наверное, как бы не часто вот это вот происходит здесь. Я думаю, что я хочу сходить в библиотеку, по
пару книжек зацеплю, иначе все сгниет, а там есть хорошая литература. Я понял. Ну давай так быстрее, чего? Давай, ты куда пойдешь? Я пока смотрю здесь тоже, похожу. Ну давай. Знаю, пока вроде притихло, да? Пока вроде притихло, все нормально. Давай. Ну ладно, все. Только ненадолго, давай. Я туда обратно. Давай, давай. Так, друзья, Тимофей ушел. Я пока здесь похожу один, осмотрюсь немножечко. Блядь. Так, ночное видение. Блядь, что со светом сегодня, а, блядь? Ай, блядь! Блядь! Тима! Тим! Тим! Сука! Блядь! Сука, что это было? Чувак, ты где? Ай, блядь, как больно! Ай, блядь! Тим! Чувак, ты где? Так, заберу книги, которые мне нужны. И не скрипи с тобой, пойду, пизда, не хочу здесь один оставаться. Так, который я тут выбирал, тут уж... Твою мать! Чувак! Бля, не-не-не, я вниз. Давай Денису. Твою мать. Блять. Чувак, ты где? Блять, чувак, меня там что-то за ноги тащил. Ты где там пропал? Держи. Уходим отсюда. Че тут? Все на камерах увидишь. Уходим отсюда. Книги что не взял? Блять, те, которые хотел взять, не смог взять. Все. Ты все взял? Да. Я вот эти возьму. Те, что не смог взять, не возьму. Пошли, валим отсюда. Блять, там пизда. Блять, жаба. Оно идет, блять, быстрее, да, чувак. Блять, помоги. Ебаный рот. Блять.